Приветствую вас у себя на канале. 28 февраля получил я посылки от Национального банка Украины. Одна пришла Укрпочта, вторая Новопочта. Пришли две монеты. Монета Кахання и, если не ошибаюсь, Государственная служба охраны. Укрпочта таком конверте высылает. Давайте мы его распечатаем. Должно было, по идее, распечататься немножко аккуратней. Ну да ладно. Так, здесь у нас, да, две монетки. Так, первая монета, она идет просто в капсуле, без какой-либо блистера. Это идет монета Государственной службы охраны. Так, здесь у нас по этой стороне сверху номинал 5 гривен, графическое изображение гривны. Давайте я сейчас увеличу, секундочку. Так, надеюсь, так будет лучше видно, как бы так, чтобы она не сильно блестела у нас. Итак, 5 гривен. Графическое изображение 5 гривен, герб самой службы. Ниже у нас оттиск идет банкнота монетного двора. Ниже прописано Украина, малый герб Украины и вот чеканки у самой монеты. На матовой стороне вот у нас написано так, «Державе, народове, закону». Короче, государству, народу и закону. Здесь оно так. Здесь у нас просто идет рифленая поверхность. Так, с этой стороны у нас опять же идет герб. Герб Украины. Ихний идет логотип. И объектив фотокамеры или видеокамеры. Да, это как символ наблюдения. Ну, как бы по монете особо много не расскажешь. Как бы сама по себе монета интересная. Особой ценности она какой-то, ну, я в ней не вижу. Как бы пока, ну, то, что уже продается, я пока не это самое. Ну, не прогнозирую, что она сильно как инвестиция сработает. Это просто в коллекции, чтобы было, скажем так. Просто красивая монетка. Дальше я ее пока отложу. А стоимость монеты. Стоимость монеты. Так, 121 гривна. Да. 121 гривна стоимость этой монеты Национального банка Украины была. Пересылка двух монет в таком пакете вышла 50 гривен. Ну, в принципе, по 25 гривен раскинули на монету, да. Здесь у нас квитанция. Следующая монета в посылке была завернута в такую пупырышку. Монета идет в такой блистере в подарочном. Завернули, в принципе, очень хорошо, для того, чтобы оно не терлось об картон и не портилось. Монета называется «Кахання», «Любовь», если кто не понял. Надписи идут на упаковке украинский язык и английский язык. Это Национальный банк Украины. Оттиск Национального банка. Кстати, кто не знает, это гривна. Это гривна Киевской Руси, еще, если не ошибаюсь. Ну, вот такой формы были сама монета еще в Киевской Руси. Снизу у нас «Кахання». Опять же, на английском, да, дублируется. И сама монета. Монета у нас идет в рисунок, такое сердечко, и от сердечка уже расходятся волны. И волны переходят на саму упаковку, да, на вот этот подарочный блистер. Оформление, ну, довольно-таки очень интересное. Ну, мне, скажем так, мне понравилось. Хотя я слышал отзывы людей, которые получили раньше меня. Как бы монета, ну, совсем не зашла людям. Как по мне, это очень интересно. Я бы не сказал, что прямо вау.
Ну, такая стильненькая, как бы кому-то на подарок она довольно-таки пойдет неплохо. С обратной стороны у нас идет описание монеты Украины. Само идет описание, о чем хотел сказать автор. У характеристики технические, скажем так, опять же, кахание. Дальше идет все на английском дублирование. Внизу у нас банкнота монетный двор, оттиск самого монета банкнотного двора и художники. Художники у нас Таран, Харук и Харук. Ну, в принципе, это стандартное, все то же самое, как обычно у нас. Они у нас повторяются в последнее время постоянно. С этой стороны давайте я сейчас сниму. Постараюсь снять так, чтобы не упороть ее. Ага. Короче, держится очень хорошо. О, снялась. Смотрите. Давайте я приближу сейчас монету, и вы ее рассмотрите получше. Итак, по этой стороне у нас такая довольно интересненькая. Здесь сверху у нас Украина. Номинал 5 гривен. И графическое изображение. Герб Украины. Дальше у нас идет 2024 в самом низу. И по центру у нас такой цветок в форме розы. По центру у нас, видите, да, идет сердечко. И слово «любовь» на разных-разных языках, которые наиболее там часто встречаются. Ну-ка, вот можете посмотреть. Может, если сильны в разных языках, перечитайте. Опять же, монета не, ну, не сильно что-то такое потрясающее. Как бы особо так чего-то гениального нету. Но оформлено и сделано очень интересно. Я думаю, она найдет своего, скажем так, на потребителя, да, клиента. Вот такая вот монетка. Ладушки, особо по ней плясать нечего. Это просто подарочная ко дню влюбленных. Они выпустили. Возможно, кому-то на праздник, кому-то, может, на каждый день надо будет. Ну, такой аккуратненький, стильненький подарочек. Еще по посылке Кукрпочты подарили мне при получении монеты, подарили вот такие наклейки. Давайте я сейчас чуть дальше оттяну камеру. Это наклеечки в форме марок. Мне их просто подарили. Укрпочты 30 лет юбилей. И при получении посылки они, скажем так, маленький презентик. Я не знаю, это всем, не всем клиентам, кто приходит. Либо это, ну, может, постоянно, кто постоянно приходит. Как бы я не это самое. Не стал уточнять, задавать, ну, отчасти глупые вопросы. Приятно был удивлен, когда мне это, ну вот, это вам от Укрпочты в честь 30 лет. Ну, был удивлен, очень приятно. Скажем, такая вроде как бы мелочь. Итак, 50 гривен доставка, плюс небольшой презент от самой Укрпочты. Ну, эту марку, наверное, все знают, да, она облетела весь мир. Это самая, наверное, топовая марка, которая была Укрпочты. И новая почта. Пришла, точно такой же набор пришел, точно такая же монета, любовь, скажем так, да, и управление в охране. Вот такая вот посылка я получил, точно такой же набор, уже получал его новой почтой. Пакет такой пупырчатый, чтобы ничего не портилось, внутри квитанция точно так же, все. Вот, доставка 83 гривны. Поэтому, как бы, кто пришли одинаково, да, в принципе, буквально, ну, это вечером пришло, это утром пришло. Если для вас не принципиально огромная скорость получения, скажем так, чтобы быть самым первым, то, в принципе, Укрпочта дешевле
33 гривны, да? Ну, плюс еще и подарки, возможно. Хотя, может, будет у этой самой, у новой почты юбилей тоже что-то подарят. Ладушки, на этом заканчиваю. Все, удачи вам. До свидания.